Здравствуйте, с вами Ефименко Наталья Юрьевна, специалист по травмам, коллекционер народных методов лечения. И весна, солнышко припекает, и нас, женщин, волнует, в общем-то, неприятные явления, которые очень часто бывают весной. На фоне авитаминоза, на фоне усталости зимней, могут испортиться волосы, то есть они становятся вялыми, безжизненными, часто выпадают, могут слоиться ногти, и кожа становится сухая и шелушится. Вообще-то это самый такой лидирующий признак авитаминоза, когда кожа как раз становится сухая, чешуечки такие отходят, в общем, если она до этого тем более была жирная. Поэтому на это мы все сразу же обращаем внимание и бросаемся за кремами. Однако, хочу предостеречь вас, в общем-то, крем кремом, все это хорошо, все это здорово и весело, но, конечно же, внутреннее питание кожи, оно должно быть. Как поступать в этом случае? Конечно, есть специальные поливитамины, особенно на которых написано кожа, ногти, волосы. Это вот прям специально подобранные витамины. Правда, не у всех они усваиваются на 100%. Хорошо, если усвоятся на 1/3. Поэтому, конечно, должно быть питание, чтобы подходило, чтобы в организм приходили натуральные витамины. Но питание сейчас обедненное витаминами, к сожалению, потому что уже весна, поэтому такие у нас и наблюдаются явления. Поэтому я часто показываю вот один препарат. Препарат называется Витапринол. Это, в общем-то, хвоя. Хвоя пихты, капсулированная по капсулам. 60 капсул здесь, и 2 капсулки на ночь нужно будет применять. Такой препарат, причем хвоя и приготавливается именно СО2 экстракция, это экстракт хвои. То есть углекислотой обрабатывается, все это вспенивается сырье, и жирная фракция, то есть в одну сторону она такая твердая, ее можно намазывать даже на хлеб. Вот это как раз капсулированная хвоя содержит как раз самые наши нужные витамины А и Е, те, которые нужны для кожи, особенно если она чем-то пострадала. Этот препарат можно пить как при дерматозах, как при псориазах, как при и вот просто для омоложения, для того, чтобы кожный покров выглядел эластично и кожа была очень хорошая, молодая, свежая, напитанная витаминами прямо изнутри, так как данный препарат содержит витамины А и Е. Причем природные, полученные естественным способом и в достаточно хорошей концентрации. Витамин Е у нас антиоксидант, витамин А за эластичность кожи, капилляров ответственен. Поэтому такой препарат необходим именно для внутреннего применения. Вдруг женщина обнаружила, что не просто кожа шелушится, но еще и ломаются ногти. Это самое страшное, что может приключиться. Они начинают ломаться, они начинают расслаиваться. Если мы отодвинем в сторону механическую причину, то есть вот эти гель-лаки, естественные, химические, такие прям агрессивные, то есть вот эту причину если отодвинем, если вот этого ничего нету, то есть нарощенных ногтей нету, а вот свои собственные спокойненько начинают слоиться. Что в этом случае предпринять? Смотрите. Во-первых, конечно же, прекратить мыть руки очень агрессивными, щелочными и содержащими силиконы, ЕДТА и другие химические составляющие мылом. Такое мыло легко можно купить в Вершках и Корешках. Оно, в общем-то, сделано из натурального сырья, наиболее такое щадящее, без силиконов, без ЕДТА, без консервантов. Это омыленные масла кокоса, оливы, и добавлен глицерин, и вот кожа после него, причем можно как руки мыть, так и лицо мыть, как и тело мыть, использовать как и гель для душа. Очень приятная нежная отдушка, такая не химозная, что мне, в общем-то, в этом мыле очень нравится. Данное мыло, чем более такого
щадящего состава мыла, тем меньше оно снимает вот ту защитную пленочку, которая должна быть на руках. И сами ногти подпитываются у нас не через ногтевую пластинку, а, конечно, они подпитываются больше через кутикулу, которая находится вокруг ногтя. И вот смотрите, есть такой прекрасный препарат Abyss Organic, изготовил бальзамчик небольшого развеса, но удивительного состава. Здесь столько натуральных масел и жиров, которые могут подпитать. А такое получается умягчение и питание именно кутикулы, а следовательно и ногтевой пластинки. Вот я сейчас его прочитаю в состав, и вы просто поймете, что здесь есть и кокосовое масло, и масло ши, и пчелиные воски, и масло виноградной косточки, и персиковое масло, и витамин Е, и масло чайного дерева. И данный бальзам еще и прекрасно пахнет. Вот он, несмотря на такой вид, достаточно бюджетный, не в золотой коробочке, но вы спокойно можете положить и в золотую коробочку. Вот, он прекрасно действует. Вот все обработанные кутикулы, можно и кожу рук обработать. Впитывается мгновенно, пахнет прекрасно, никакой липкости не оставляет на руках. Вы получите комплексный уход за ногтями. То есть используйте более натуральное мыло щадящего состава и используйте именно вот такой вот крем, и плюс внутренне капсулами вы пропитаете себя. И такой небольшой секрет. Вот это у меня мумиё. Мумиё уже очищенное, и, в общем-то, мумиё добытое в высокогорье, в Коксинском районе, вот, специально подготовленное, такой, знаете, немножко напоминает садовый вар. Но если его понюхать хотя бы один раз, как пахнет мумиё, вы никогда не спутаете его ни с чем другим. Вот здесь нужно всего-навсего вот спичечную головку 3 раза в день растворить в воде и пить. И это очень сильно укрепляет ногти. Очень сильно. Как это заметили, в общем-то, мумиё часто рекомендуется при переломах, но те, кто принимали именно для сращивания переломов, заметили, что ногти прямо можно прям ими работать. Они становятся очень крепкие, и ногти, и волосы укрепляются. Такое мумиё можно чуть-чуть отломить и в любой шампунь добавить. Тоже желательно без силиконов, без ЕДТА, такой более щадящего состава. А еще и мумиё там разболтать. Поэтому получится, такой шампунь будет не только мыть, но еще и подпитывать волосы. А уж на ногти действует очень хорошо. Мумиё можно тоже купить в магазинах «Вершки и корешки». Это в городе Новосибирске. Они есть и в «Гиганте» на Бирском шоссе, и в «Академгородке» они есть, и в самом Бирске, и в «Искитиме». Это вот сеть магазинов «Вершков и корешков». Но можно все это заказать, естественно, по интернету в «Abyss Organic» через интернет-магазин.